Вы смотрите новости на телеканале «Север» в студии Ирина Цепетова. Пешеходные зоны, расположенные в Наринмаре и поселке Искатели, оградят от свободного выезда на них транспортных средств. Сегодня на утренней планерке губернатор округа Игорь Кошин поручил заместителю начальника окружной полиции Александру Огрызько направить главам муниципальных образований соответствующие представления. Поводом для такого решения послужило дорожно-транспортное происшествие, которое произошло в минувшую субботу на пешеходной зоне по улице Смедовича. В тот субботний вечер Ольга Матвеева прогуливалась по Арбату, разговаривая по телефону со своей подругой, как вдруг на встречу девушки на большой скорости проехал снегоход. Я обернулась, он поехал в сторону Арбата. Я заметила, что там начали толпиться люди. Пошла туда, увидела, что лежит женщина. Водитель, он остановился, но он был очень пьян, еле стоял на ногах. Потом его держал мужчина за куртку, чтобы он никуда не делся. Я сказала по телефону подруге, чтобы она вызывала реанимацию, скорую помощь. Очевидцы в один голос говорят, водитель был пьян и еле стоял на ногах. На месте ДТП было проведено медосвидетельствование водителя, которое показало, мужчина действительно находился в состоянии алкогольного опьянения. Водитель 1991 года рождения управлял снегоходной техникой марки «Тайга», находясь в состоянии опьянения. Выехал на территорию, предназначенную для движения пешеходов по улице Смедовича. В результате совершил наезд на пешехода-женщину 1954 года рождения, которая впоследствии была с тяжелыми травмами доставлена в реанимационное отделение Нинской окружной больницы. В настоящее время по данному факту проводится проверка. Известно, что снегоход «Тайга» не был зарегистрирован, а сам водитель не имеет прав на управление данным видом транспорта. В социальных сетях это ДТП активно обсуждается до сих пор. Люди обеспокоены произошедшим и предлагают оградить Арбат бетонными блоками, чтобы перекрыть доступ на пешеходную зону подобным гонщикам. Власти региона также говорят о необходимости принятия мер для защиты пешеходных зон от свободного въезда на них транспортных средств. Соответствующее поручение губернатор округа озвучил на утренней планерке. По поводу этого последнего инцидента, посмотрите по городу плюс поселок Искатели 90 пешеходные зоны и в адрес глав муниципальных образований представления выдайте со своими предложениями, что должны построить там, сегодня есть масса декоративных заградительных блоков, сегодня достаточно посмотреть, как живет Москва, Санкт-Петербург, другие города, все эти проблемы там давно уже решены. Хорошо? Прям по всему перечню предложения выдайте в адрес. Избежать подобных случаев, наверное, возможно, если прохожие, заметив гонщика на пешеходной зоне, незамедлительно сообщат о данном факте в дежурную часть полиции. И если горе-водители наконец-то перестанут садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения, ведь от их пьяного и безудержного героизма может зависеть чья-то жизнь. Ирина Нежалова, Леонид Шишилов, Владислав Носкин, телеканал «Север».